Стоимость металлопроката резко увеличилась. Рост составил почти 100%. Для стройиндустрии это не самая радостная новость, поскольку предприятия, выпускающие стеновые панели, будут вынуждены поднять отпускные цены на собственную продукцию. Так по цепочке увеличение дойдет до конца, то есть до кошелька граждан, планирующих в ближайшее время купить жилье. Подробности в обзоре Марии Усенко, подготовленном специально для нашей телепрограммы. В апреле цены на челябинские новостройки не только не росли значительно, но даже снижались в течение месяца. Усредненная стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 40 297 рублей. Это на 0,5% выше цены в марте. По отношению к началу года показатель вырос всего на 2%. В этой ситуации прогноз подорожания новостроек за год достаточно оптимистичен – менее 7%. Правда, ситуация может измениться уже в ближайшее время. Причина кроется в резком подорожании металлопроката. По данным Челреал.ру, последние несколько месяцев были отмечены феноменальным ростом цен на металлопрокат, который используется в строительстве. С февраля этого года подорожание достигло 100%. Однако, по отзывам представителей строительных компаний, цены на новое жилье пока подниматься не будут. Строители не пойдут на этот шаг, чтобы не потерять своих покупателей. Усредненная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 46 тысяч рублей. Это примерно на 2% дороже, чем по итогам марта. За 4 месяца квадрат на вторичном рынке вырос более чем на 14%. В этой ситуации прогнозное среднегодовое подорожание составляет более 42%. Напомним, что в начале года этот прогноз превышал 50%, а сейчас можно отметить тенденцию снижения темпов роста цен в этом сегменте, которая продолжится и в дальнейшем.